Мукбанг, пшенка, салатик овощной, огурцы, листья салата, огурец, лук, помидоры. Всем привет! Доброе утро! Снег еще не растаял в Анапе, солнышко выглянуло. Вот такая погодка в Анапе. Ну, наверное, будет таять, но еще обещали снег. Пшенка и свининка. Как вкусно. Пшенку я не солила. Салат подсолила, а пшенку нет. Мясо тоже подсолила. Вкуснятина. Всем приятного аппетита. Всем доброго времени суток. Здоровья, счастья и так далее. Вкуснотеево. Вкусно. Горячо. Огурчик. И полила, знаете, каким маслом? Не оливковым, а подсолнечным, который семенами пахнет. Семенами пахнет, которая. Смотрите, красота какая. Ну, и в окно смотрю. Кушаю и в окошко смотрю. Пшенку захотелось. Вчера ела гречку, а сегодня захотелось пшенку. Какое мясо сочное. Мясо сочное. Смотрите. Видели? Вкусно. У меня еще есть, по-моему, не пшенка, у меня еще есть какая-то крупа тоже вкусная. Мне что-то захотелось пшенки. Может, это вредно пшенку кушать? Углеводы. Фуры стоят. Привезли еду. Товары. Хорошо, что YouTube плохие сообщения блокирует. Вкусно так. А, в салат не стала зелень добавлять. Решила так поесть. Помидорка вкусная. Вкуснотеево.
Сама за собой ухаживаю. Вот так. Кашка. Пшенка. Блин, она вообще должна желтенькая быть. Она как-то беленькая. Что за сорт? Приятного аппетита. Ну, короче, в упаковке она желтая, пшенка. А варишь, становится белая. Что за бред? Так вкусно, ребята. Я прям удержаться не могу. Как в ресторане. Я готовлю вкусно. Удержишься тут. Одной рукой накладывать, конечно. Не канефле. Не знаю, ребят, нечего рассказывать. Вот такая погода. Я кушаю, завтракаю. Всем приятного аппетита. Все по-старому, ребят. Дом пока не купила. Потому что надо деньги копить, чтобы купить дом. Мяско какое. Вообще мясо надо с овощами есть. Гарниры как бы не рекомендуют. Ну что-то захотелось. Не знаю. Углеводов. Все по-старому, мои хорошие. Приятного аппетита. Я буду доедать. Потому что это долго кушать на самом деле. Ну, долго сидеть, кушать. Буду доедать. Ну, как всегда, думать о вас. Приятного вам аппетита, здоровья, хорошего дня, настроения, хороших дел. Кушайте много, кушайте вкусно. Пока-пока. На ногти постричь. Такой салатик. До скорой встречи, мои хорошие. Снег в Анапе еще есть. Пока-пока. 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 До скорой встречи. Кушайте много. Кушайте много. Кушайте вкусно. И витаминки тоже. Пока-пока.